Создание эффективной системы подготовки и повышение квалификации кадров – одно из важнейших условий совершенствования деятельности таможенных органов. С этой целью при ГТК организованы специальные курсы. Сегодня очередная группа молодых таможенников успешно сдала экзамен. Какие требования предъявляются к сотрудникам таможенных органов в нашем следующем сюжете. Билет, практическое задание и полчаса на подготовку. Экзамен – серьезное испытание для молодых сотрудников. Им необходимо ответить на вопросы по всем разделам учебного плана. Причем для службы в таможенных органах знаний на троечку недостаточно. К сотрудникам предъявляются самые высокие требования. Сегодня и президент, и правительство перед нами ставят большие задачи. Безусловно, мы понимаем, что решение этих задач возможно только благодаря тому, что перед нами будут работать в наших рядах высококвалифицированные, Товарищ председатель экзаменационной комиссии, инспектор отдела таможенного управления, лейтенант таможенной службы Шевелковка, сдача экзамена приму. В течение двух месяцев молодые сотрудники углубленно изучали таможенное законодательство, организацию таможенного контроля, правовой и правоохранительный блоки. Кроме того, практические занятия проходили на пунктах пропуска и на госпредприятии «Таможенный брокер». Данные курсы, проводимые в Государственном таможенном комитете, непосредственно помогают линейным инспекторам нести службу на таможенных пунктах пропуска, так они способствуют развитию, профессиональному росту, повышают навыки, знания, непосредственно работы, осуществляемые на линии, то есть на таможенных пунктах пропуска. Теперь в выполнении всех наших рабочих задач мы можем руководствоваться знаниями в таможенном законодательстве и в тех нормативно-правовых актах, которые нам давались. Почти все молодые сотрудники с испытанием справились успешно. Теперь полученные им знания предстоит применять на практике. Станислав Стоянов, по материалам пресс-службы ГТК.